Всем привет! Я сегодня хочу показать вам посылочку. Получила в Томской области от Галины. Викушка, перестань! Да, не совсем удачное место выбрала для съемки. Поскольку мои зверушки сейчас не дадут мне с вами поболтать. Да, Дикушка? Девочки, Галина из Томска прислала мне саженцы. Давайте будем рассматривать. Как я люблю вскрывать посылки. Волнительный момент. Я, конечно, уже знаю, что там. Ну, примерно знаю. Но то, что я знаю, не знаю. Что, Симочка? Птички там поют? Где-то воробушек чирикает. Симочки покоя не дают. Ну и Вася поскакал. Посмотрите, как она все упаковала. Посылка дошла компаниям СДЭК. Что-то, знаете, наверное, дня за два, что ли. За два или за три дня. Как-то вот так. Все так упаковано. Галина, какая вы молодец. Посмотрите, как все упаковала. Спасибо огромное. Ой. Так, ну вот если она не подписала, то мы сейчас с вами будем гадать, что есть что. Ну, конечно, придется мне Галине устраивать допрос, что это, а что то. Так, вот это что? Я знаю, что один кустик был черной малины. Один кустик был ежевики, по-моему. Вот это не знаю, что, девчонки. Придется у Галины спрашивать. Так. Я немножко поближе поставлю камеру, чтобы вам было лучше видно. Ну вот я даже не знаю, что это. Стволик колючий, возможно, это черная малина, потому что Галина, я знаю точно, отправляла мне черную малину. Может, не зря она корни упаковала в черный пакет. Наверное, это черная малина. Так. Это что у нас? Вот это что? Так, ну вот это я тоже не знаю, что. Может, вы уже догадались, что это? Я пока не знаю. Буду сегодня делать фотографии и расспрашивать Галину. А завтра вам снова рассказывать. Так. Вот у этого растения пушистые листики. Посмотрите, какие листики пушистенькие. Видно вам? Сейчас еще что-то вам покажу. Посмотрите на этих чудиков. Забрались на самый верх и оттуда за мной наблюдают, как я веду съемку. Ну так, продолжим. Так. Дальше начинаю распаковывать. Все в пакетиках, все так тщательно упаковано. Вижу клубничку. Я заказывала Галине клубничку. Так, аккуратненько сейчас, девочки, все достану. Прямо аккуратненько, вот так.
ничего не сломалось. Потому что Галина так старалась, тщательно упаковывала каждый кустик. Так. Но все-таки клубничка поломалась. И сейчас покажу, девчата. Так, сейчас покажу. Клубничка немножко поломалась. И вот то ли подмерзла, то ли сильно увлажнена была. Ну, то, что вот сломались вот эти вот веточки, это ничего страшного, новые нарастут. Главное, чтобы корни были здоровыми. Остальное все не важно. Так. Еще кустик. Вот этот хорошенький, весь живой такой прям. Вытащу из коробки. Чтобы мне удобно было доставать. Ну, это все упаковала. Девчонки, сейчас я вам покажу. Какая же молодец Галина. Посмотрите, как все упаковано. Как лялечки маленькие. Вот так каждый кустик упаковала Галина. Это вот клубничка. Так, но здесь должны быть разные сорта. Потому что я заказывала разные сорта. Как их отличить, конечно, я теперь не знаю. Но сейчас буду у Галины спрашивать. Но кустики все хорошие, все живые. Все дошло, Галина. Дошло все в целости и сохранности. Спасибо вам огромное. Преогромное. Все дошло. Ну, вот этот обрежется листик. Ничего страшного. Тут уже вот цветочная кисть заложена. И тут вот тоже. Все в целости и сохранности. Я рада. Так. И еще вот такой вот стаканчик. Что в этом стаканчике, я пока не знаю. Посмотрите, сейчас я вам попробую показать. Смотрите, воробушек издевается над Васей. Он сидит вон там на антенне. Прямо рядом с Васенькой. Чирикает. А Вася злится. Сейчас я попробую его найти. Вам увеличить этого воробушка. Вон он. Видите? Вот он сидит. Смотрит на Симу с Васей. Вот полетел. А Вася прямо нервничает. Сейчас прыгнет Вася. Ох, этот Вася хулиган. Дерется каждый день. Ходит тут к нам один кот. Черно-белый, пушистый. Да, Васенька? Васька с ним дерется. Нет, сидит, чирикает. Чирикает, сидит. Вон он. Угу. Че, Симочка, тоже будешь спускаться? Ой, аккуратно. Аккуратно. Кокоточки почесать надо, да? Ух, кокоточки почесать надо. Спускайся быстрее. Ну, давай, пока дикушка косточку грызет. Спускайся. Дикушка косточкой увлекся. Грызет прямо так. Грызет ее, грызет. А ты куда пошел? Воробушка искать? Вот. Вот любитель полазить. Закрыто здесь окно. Да, окно закрыто здесь. Ты домой хочешь? А, Василий? Симочка там устроилась. Так, продолжим рассматривать, что у нас вот в этом стаканчике. Сейчас открою и вам покажу. Одной рукой, наверное, не открою. Может, и открою. Василий идет.
Да, Василек. Мама колеса покрасила. За ворота их вынесу. Вон туда. За ворота. И там посажу цветочки. Ага, вот это я поняла, что за клубничка. Это здесь клубничка, девочки. Конечно, Галина очень переживала, чтобы не засохла. И очень тщательно полила. Очень тщательно полила. Сейчас мне нужно обязательно освободить эту клубничку от этой мокрой, примокрой земли. Пересадить в земельку по суше. Иначе клубничка может погибнуть. Корни могут загнить. Я не помню точно, как называется этот сорт. Но я помню, Галина говорила, что это скрещенная клубника с лесной земляникой. По-моему, так, если я не ошибаюсь. Очень ароматная, вкусная. Так что вот, буду пробовать. Посажу. Потом вам расскажу, какие были ягодки на вкус. Ну все. Галине огромное-преогромное спасибо. Это тоже отдельно какой-то кустик сидит. Прошу потом у Галины, что это за клубничка в отдельном пакетике. Это, видимо, какой-то другой сорт. Ну все, убрала все саженцы в тепличку. Все обратно в коробочку запаковала. Завернула в пакетик, накрыла еще бумагой плотный крафт. До завтра будет стоять все у меня в тепличке. А завтра я уже буду все это высаживать. Замочу в корневинчике. Ну, покажу вам, что я буду делать. Еще раз огромное спасибо Галине. Все, на улице уже темнеет. Да и тучи понабежали. Ну и поздно уже, в принципе. Побежала я домой. Всем пока, до завтра.